Так, мы уже остановились на монстре. Как раз таки. Вон он там в том дальнем конце у мостика. Прощай. Пиши письма. О, коробочки. Вкусно. Нормально. Я же вижу эту огромную хреновину там вдали. Какой кошмар. Показалось. И пройду? Спасибо. Пусть какая же она огромная, ё-моё. Здравствуйте. Как поживаете? Вот она. Выглядит так уже сильно, как вчерашний. Ну, сейчас же нам нужно быть очень осторожным, учитывая то, что Юсиса с нами сегодня нет. Рин. Мне стыдно за то, что произошло вчера. Я знаю, что у нас были некоторые разногласия, но, ну, я... Он смущен. Тише, Фи, я пытаюсь... Я тоже... Было слишком проблем для всех. Мои раны были результатом моего собственного моей собственной беспечности. Надеюсь, выложившись на бою по полной, мы сможем загладить нашу вину за произошедшее вместе. Рассчитываю на тебя, Матиас. Я не подведу тебя. Или вас, не знаю кого. Он имеет в виду всех нас или только Рина? Скорее всего, всех нас. Здравствуйте, а чего вас так много-то? О, приплыли. Здравствуйте. Давай демоник сайт сделаем. Раз уж на халяву. Да-да-да-да, тоже помнил такой привет освоик. Конечно, никого не ваншотнуло, зачем? Фланс, кстати, возможно, попробовать можно, да? Давай. Вдруг Петрифай сработает. А, конечно. Держи карман шире. Так, что ты такое? Так, с тобой надо бить... Тебя надо бить с землей и огнем. Ты уязвима к атакам Рина, потому что... Ну, то есть, да, его можно... Ага. Петрифай 0, понятное дело, Бёрн 150... Статдаун 100, дилей 50%, фейнт есть шанс, конфьюз 100%, блайнд так себе, слип практически нет, сил тоже так себе, то есть фи здесь не очень хорошо будет работать, но как бы окей, не то, что у меня были варианты. Ой, кто? Ах да, ты же мажешь как не в себя, я забыл. Ультраранее. Да не сказал бы, что ультраранее. Привет, Дантера, тебя видеть. Я так подрубаю уже, наверное, ну, в который выходной уже подряд. Здесь лучше будет, наверное, да, сделать. Ой, нормально, слушай. Попал уже. Ай. Ой, не нравится мне это все. Мне не нравится. Мне придется тебя импидать, наверное, да, на всякий случай. Ну так, значит, греха подальше. С другой стороны, я поварительно к тебе попаду вообще. Подожди, а как у тебя с дилеем, кстати, дела? С дилеем ты дружишь, да? То есть, в принципе, можно сделать через Arc Slash это дерьмо. Нормально. Ой-ой-ой. Кого я обманывал? Кого я обманывал?
Спокойно. Есть. Ну, лучше, чем ничего. Так, ты ничего не стал делать первый ход, это хорошо. Через арк. Нормально. Так, хитвейв. Нет, сейчас сканирует. Нет, стоп, давайте знаешь, как сделаем? Ты будешь бить, а Макис отсканирует. Так будет явно поинтереснее. Пойдет. Стоит ли оно того? В принципе, да, если я успею. Пойдет. Так, тебе надо эту дуру импидить по-хорошему. Ты есть импидвич? Да, есть. Момент. Так, сорян, продолжаем. Ты бы, конечно, сказал, что он уже больше никогда не сходит, но это на самом деле не так. Он еще может успеть сходить. Май. Другое дело, что сделать он успеет вряд ли много. Вперед. И пиднул, отлично. Ну тогда совсем хорошо. И кокко. Попал. И кокко. Май. Хай. Акс. Гигашечки попахивает так-то. Что-то я вообще не почувствовал. И что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Неважно. Мы победили? Определенно. И сделав так, только что мы успешно отплатили за вчерашнее. Хорошая работа, ребята. Полагаю, это получает удовлетворительную оценку. Вот и первый ха-ха сегодняшний, да? Отлично, поехали. Хорошо, начали. Простите, ребят, я сильно
замедлял вас все это время. Особенно тебя, Рин. Я должен перед тобой дважды извиниться. Прости, пожалуйста, прости меня. Это нормально, Макиас, не переживай. Если бы я ответил тебе честно с самого начала, всего этого можно было бы избежать. Поэтому, и уж если что, то это мне стоило извиниться. Прости, что ввел тебя в заблуждение. Нет, нет. В любом случае, теперь это все в прошлом. Я рад, что ты в нашей группе, Макиас. Взаимно? И я рад, что вы вдвоем наконец-то смогли помириться. А, юноши. Эй, не смейтесь над нами. Причем особенно странно слышать фразу про юность от Фи, которая вообще на 2 года младше вас, ну как бы ладно. Но до тех пор, пока мы здесь все разносим, я бы не использовал это как шанс, чтобы помириться с Юсисом тоже. О! Если бы вы могли быть более честны друг с другом, я уверен, что даже мы в Линке могли бы не... никакого шанса. Наконец-то крепкая мужская дружба, не забудьте взять Юсиса. Да, наконец-то... хоть как... наконец-то у нас дружба не только между Элиотом и Рином, но и между более брутальными парнями, да? В какой-то веке. Никакого шанса мне дам. Мое поведение по отношению к тебе было неверным, и я полностью признаю это, но Юсис — это совершенно другая история. Не сказал бы. Он и я фундаментально несовместимы, и ничто не может изменить это. Ну, как мы знаем, от любви до ненависти один шаг, да, ну вот, пожалуйста. Полагаю, что что этим двоим принять друг друга все еще будет нелегко. Ну, ладно, возможно, стоит набраться обратно в город, вам не кажется? Да, звучит как хорошая идея. Юсис тоже должен развернуться. Я уже проголодалась. Ладно, идем. То есть Фи у нас вечно голодная, примерно как Рис, только Рис несколько более матьюр, да? Неважно. Я, кстати, тут дуру отсканил. По идее, да, но... я проверю. Хейр? С ней упал Хейр? Я не обратил внимания, что он дает. Я догадываюсь, конечно. А, окей. Увеличивает шанс побега на 40%. Улучшенный бреф. Ну, такое. Но если за это потом, может быть, собрать Хейз, я буду счастлив. Кто матюр? Где матюр? Здрасте. Привет, Марк. Я про Рис. Говорю, что Фи мне напоминает Рис, потому что она тоже вечно голодная, только Рис была более матюр. В этом плане. Во всех смыслах, разумеется. ありがとう。ありがとうございます。チャンス。もらい。今のは悪くなかった。Ну, мне, кстати, немножко осталось докачать линк между Фи и Рином. Буквально пара боев, наверное. Давайте попробуем. Раз уж мы все равно за городом. Может, вдвоем не будет никому. Ну, о, отлично, наконец-то. Вы тоже больше похожи на правду. Пойдет. Вот мы и ринг докачали, собственно. Единственное, как не особо часто видел, чтобы... ну, хотя мне тоже была возможность проверить, насколько часто применяется финишинг блоу, но тем не менее...
Ой, как вас тут много. Ну, как раз и проверим. Яйкс. Тут даже Эмма шустрить начала, надо же. Финиш и блу применяется как тогда, когда персонажи хватает урона, чтобы добить задак по врага одним ударом. Причем это понял после первого линк атаки, верно? Ну, в принципе, меня отрегенерились, да, там макис, только CP не полный, но как бы и не страшно. Дело наживное. Да, понятно. Окей, ну... Может быть полезно, действительно. В дженерик боях. Полезность в босс-файтах сомнительно, но как бы окей. Стоять на месте. Полезно же, только буду иметь в виду. Армия провинции. Это вы студенты из военной академии Торс, не так ли? Что, нас в тюряшку посадят? Это те, кто пришли с полевых учений? Да, это мы. Какие-то проблемы? Он идеально соответствует фотографии. Как удобно для нас. Что вы делаете? Первокурсник Макис Регниц, верно? Вы арестованы. Не пытайтесь сопротивляться, если вы знаете, что вам ничего хорошего не сулит. Вроде Лауры. Ну да, тут можно согласиться. Что происходит? Подождите. Это, наверное, какая-то ошибка. На каких основаниях вы его арестовываете? Ряд обвинений был выдвинут. Но наиболее egregious. Но наиболее вопиющее — это нарушение границ форта Аурокс вчера днем. Но мы не приходили в форт. Мы подошли только к его стенам, отчитались и ушли. Какого хрена здесь происходит? Юсис, объяснись, пожалуйста. Подождите, вы имеете в виду... Когда мы видели тот серебряный объект? Да вы серьезно, что ли? Я даже рядом с фортом не был во время вторжения, между прочим. Я был со своими одноклассниками. Если вы не собираетесь верить их показаниям, тогда почему я единственный под подозрением? Каждый из нас может постоять за него. И не только мы, Юсис Эльбрей был с нами в то время. Он может лично подтвердить, что Маккес говорит правду. Нам нужно постараться сделать лучше, чем это. Нас превосходит числом. С каких пор от вас стало пугать? А, ну да, вы же студенты, а не ССС. Да. Все, что нужно понимать, это то, что этот мальчик является интересной личностью. И у нас есть право забрать его для допроса. Нет нужды сражаться. Вы идете с нами, нравится вам это или нет. Какого хрена происходит? Не, серьезно, какого хрена происходит, алло? Ох, черт.
Похоже, что она была права. Это еще кто? Рад, что я пришел сюда из Лиграма ради этого. У тебя забрали пи-батарейку, вот что происходит. Ну, это я понял. Вопрос в другом. Почему это происходит? Подожди, я вряд ли тебя знаю, мужик. Но почему-то мне кажется, что ты здесь не просто так. Вопрос в том, как лучше всего справиться с этой ситуацией. Заходи. Не переживай. Говори, как тебе сказано, и тебе ты не пострадаешь. Если выяснишь, что ты не виновен, мы выпустим тебя в конце концов. Черт, как я мог быть так беспечен? Учитывая позицию отца, мне стоило знать, что это может произойти. Как я продолжаю говорить, вам Макиас не мог совершить преступления, в которых его обвиняют. Он был с нами все в то время, как мы прибыли в Бериард вчера ведь днем. Он никогда не покидал поле нашего зрения. Если вы действительно верите, что он ответственен, то не стоит вам и нас тогда арестовать. Зря тратите время. Макиас Рейнис будет под стражей до тех пор, пока с него не снимут обвинения. Мы уже связались с Академией, чтобы сообщить им об этом. Вам, детишкам, стоит сфокусироваться на своих полевых учениях или чего там занимаетесь и не мешать действующим процедурам. А, то есть все-таки мне не показалось, что его спина мне показалась знакомой, потому что я читал ту самую мангу. Ну, понятно. Невероятно. А, еще одна штука. Еще одна вещь. Дела Юсис в поместье герцога займут больше времени, чем ожидалось. Я боюсь, что он не сможет присоединиться к вам. Этого не может... Это слова самого Юсиса? Не могу сказать. Я только передаю сообщение, данное мне от Дамо Альбарея. Даже не думайте пытаться попасть в поместье, чтобы увидеться с ним. Вы не пройдете через ворота. Что за херня происходит? Типа, серьезно? Блин. Какой бред вообще? Я уверен, что они планировали все это с вчерашнего дня. Значит, что причина, по которой Юсиса отозвали, потому что они знали, что если мы будем здесь, то он сможет предотвратить арест Макиаса. Полагаю, именно это ты хотел сказать, да? В этом есть смысл. А, то есть это политические войны, грубо говоря, просто Макиаса посадили, потому что его отец там что-то сделал и решили так ему отомстить? Жестко. Возможно, его отозвали домой, чтобы он не вмешивался. Практически наверняка, я бы сказал. Уже почти уже за полдень. Нам нужно вернуться в отель. Если Юсис не оставили на сообщение, то нам нужно будет подумать о других способах справиться с этим. В отеле обыск, да? Супер. Мне очень жаль. Они настаивали на том, чтобы сделать обыск в качестве части их расследования. Полагаю, они не уйдут до вечера, но я боюсь, что это все, что я знаю. Понятно. Нам очень жаль, что мы вызываем у вас проблемы. Но нам стоит пойти. Ладно. Да, я согласна. Белл? После этого Рин и остальные решили отобедать в ресторане, который они навестили в прошлый день. Однако солдаты были и там тоже. Неуверенные в том, что им делать и куда идти, они в конце концов решили двинуться... к бару на улице Мастеров. Герцог Гильмут Альбарея с малых лет был особенным мальчиком, понятно.
Это, наверное, так называется, значит. Но, вероятнее всего, причина, по которой Маркес был арестован, не, на самом деле не касается инцидента в Форте вчера. Они просто хотели его заарестовать, потому что его отец является имперским губернатором и ключевой фигурой у фракции реформистов. По сути, они просто хотят заложника, чтобы они могли влиять на будущие переговоры. Это выглядит как наиболее логичное объяснение. Слушайте, меня немножко, знаете, что удивляет в сценах? То, как они реально быстро и доступно объясняют происходящее вот тут. То есть, в принципе, ну, то есть, да, окей, предположил, что примерно так оно и есть, как вот мне сейчас сказали, ну, как бы это логично. Но просто вот в тех же 40 Эстель бы тупила еще, не знаю, полголовы, пока бы ей об этом сказали, причем она бы не сама к этому пришла. А здесь нормально умные ребята сидят. Типа, что не так-то? Типа, что случилось с кисиками? Почему ГГ перестали тупить на ровном месте? Даже Ллойд не всегда находил правильное решение быстро, но тем не менее... Типа, чё? Не, я не против, не поймите, я неправильно, просто, блин, да так непривычно после тупящих главных героев. Просто это вообще школьники, ну типа, чё вообще происходит? Я даже стрим сегодня не знаю. Привет, конечно, рад тебя видеть. Нет, причём, блин, самое интересное, понимаете, в чём? Не, окей, я могу понять, почему Эстель была недалека умом, потому что она, в принципе, недалека умом, и как бы она, ну, типа, посещала воскресную школу, и как бы единственное, что по ней, по сути, воспитывала быть борцухой, ну, грубо говоря, да, поэтому она действительно, ну, не очень много знала, понимала и так далее. Вот, почему школьники умнее Эстель, ну, понятно, почему, потому что у них все-таки какое-никакое образование, подготовка к школе была, ну, к академии, то бишь, да, и как бы, окей, они, в принципе, могут быть умнее, чем Эстель, потому что, ну, да, это так работает, как ни странно, вот, но все равно это дико непривычно, не знаю почему, если у меня будет поклоняться, ну, как обычно, они же не навредят ему, верно? Я бы не была так уверена, прения достаточно серьезные с обеих сторон. В худшем случае они могут использовать его, угрожая жестокостью, чтобы получить, что им нужно. Это ужасно. Это очень легко может оказаться частью наших полевых тренировок, между прочим. Может быть рискованно, но может быть мы попробуем сделать что-нибудь в этой ситуации самостоятельно? Я думаю, что нам стоит. Мы не можем просто покинуть, ну, просто бросить его. Я в деле. Спасибо. А не проще было бы фи как-нибудь попробовать пробраться? Она вроде это умеет делать. Она стелсовая девочка. По крайней мере, я надеюсь, что она стелсовая. Потому что лучше всего это отследить Юсиса. Не может быть, чтобы он был ответственен за арест Макиаса. Или что ему это пришло по нраву. Да, согласна. Это должно было быть решением сделано. Это должно быть решением, которое принял сам герцог Альбарея. Но Юси заперт дома. Возможно, его брат мог бы нам помочь. Руфус? Ну, у нас стало приятное впечатление, когда я говорил с Макиасом вчера, поэтому возможно. Но он сказал, что у него дела, о которых нужно позаботиться в столице, и не может сказать, когда он вернется обратно. Поэтому я не думаю, что можем рассчитывать на него, к сожалению. Поняла. Это наша единственная опция, это вырвать его самостоятельно. Вытащить его самостоятельно. И? Это немного излишне, наверное. Ну, подумайте сами. У нас есть идеальный шанс вытащить его, пока он все еще в тюрьме. Но если мы... Но если они заберут его в форт, то у нас исчезнет этот шанс. И другого у нас не будет. Ну, с этим не поспоришь, по крайней мере. Ладно, давайте попробуем. Если ты уверен. Нам нужно быть как можно более скрытыми, впрочем. Если нас поймают, то... You have to mark this is our safety. Если нас поймают, то лучше это, то лучше пусть это сделают после того, как Макиас окажется в безопасности. Если это сделают до этого, то мы больше не сможем с ним вытащить из ситуации этой.
Так, обвинения против него, очевидно, ложные, поэтому если мы не можем вытащить его тут безопасно, они очень будут сильно ограничены в том, что они могут сделать. Да, а провинциальная армия не собирается хотеть делать что-либо, что навредит их имиджу, впрочем. Если мы сможем выбраться из Бериарда, мы более или менее будем в безопасности. Значит, никаких дымовых гранат, ладно. Дымовых гранат? Ты таскаешь с собой подбить такие штуки? А какая... Это смак-лицо просто лучшее, которое я мог получить сейчас. Господи, этот... Вот, просто... А какая прекрасная леди не носит с собой дымовые гранаты? Блин, это такую ностальгию сейчас отдает о двери Шерри, The Third. Просто серьезно, когда это... Господи, как ее звали-то? Айна достала из чемоданчика перцовку и просто это... бросила ее в террористов. Офигенно просто. Вот это лицо просто вообще я не могу. Ух! Ну, я даже не знаю, с чего начать перечисление того, что неправильно в этом утверждении. Мастер? Фитиберна что-то в вайфу? Кто знает, Дамари, кто знает. Она как минимум неплоха. Что это за монстр в подземном проходе в эти дни? Ну, в канализации в эти дни. Да ладно, серьезно, он, офигеть. Жесть. Здрасте. Прошло 3 месяца с тех пор, как вы туда шли, верно? Я так понимаю, что он нам типа помогает и дает подсказку, да? Что всегда ношу свою дымовую гранату. Ну, как минимум, персовый баллончик, да? Полагаю, это место кишит ими сейчас снова. Хотя я уверен, что я точно обратно не хочу пойти, чтобы вернуться. Похоже, довольно очевидно, что армия провинции не заинтересована в том, чтобы позаботиться о них. Как они вообще могут спать спокойно по ночам, когда знают, что их прекрасный город сидит на гнезде ужасных монстров под ним? Я должен позаботиться о них самостоятельно. Я бы пошел позаботиться о них самостоятельно, если бы кто-то оставил запрос. Ну, если я услышу что-нибудь такое, то я отправлю мне сообщение в Лиграм и дам вам знать. Но есть одна маленькая вещь. Гильдии брейсеров больше в Рибоне нет. Их уничтожили. Should it make you some good scratch? Определенно, это даст тебе неплохой доход. Ну, выпьем же за это, хозяин. Ну ладно, я лучше пойду. Потом сказал Алигрэм. Алиграмма до за пределами Рибонии, что ли? Я уже это реально не помню. С нетерпением буду ждать сообщений каких-нибудь от тебя временами. Конечно. See you on the way back if you can make it. Могу проводить тебя, если хочешь. Там своя кухня. Окей, когда приедем, тогда посмотрим, что там. В округе не часто увидишь людей в такой одежде. Я так понимаю, что он знает, что у нас школьная форма, но мы немножко не в школьной форме, мы более-менее замаскированы под местных. Ну, кроме разве что этой Эммы. Ну, кстати, Эмма неплохой является для нас таким это. Типа, знаете, как это? У Эммы, короче, каникулы в академии, она приехала в гости к своим друзьям-товарищам, которые живут в этом городе. Типа, мы вот как мы, типа, ее друзьяшки. Вот, здрасте. Рады вас видеть. Какие-то очень классные у вас красные формы. Вы студенты или что? А, да, сэр, мы студенты. Мы из военной академии Торс в Тристе. Нас отправили сюда на полевое обучение в соответствии с нашим расписанием. Торс, да? Довольно модненькое местечко, да, разве нет? Понятия имею, что вы здесь делаете в рамках своего обучения, но удачи. Берер довольно милый город, но... Не без проблем. Это мы заметили. Спасибо за помощь,
неизвестный мужчина. Мне-то он известный, но пока что не буду говорить, кто это. Ты понимаешь, что твоя легенда накрылась после того, как у тебя конфисковали двух персонажей? Ну, не обязательно же, что... Ну, никто же не знает, что у нас всего пятеро. Прошу прощения. Вы знаете этого блондина, который только что ушел? А, Товл? Вот теперь игра сама назвала его. Если кто не в курсе, это главный герой манги Ring of Judgment. В общем-то, считается каноничной мангой, созданной... В общем-то, с большой... Ну, она рассказывает мини-историю об Эстере Джошуа между фантазмой и их поездкой в Кроссбоу. Вот. Не полностью весь этот промежуток какой-то, но тем не менее. Короче, вот он главный герой той манги. Ну, один из, по крайней мере, помимо Эстере Джошуа. Вот. И... Ладно, об этом я говорить не буду, но, как бы, опять же, те, кто знают, те знают, кто он еще, но давайте пока не будем портить вам впечатление. Конечно, он Брейсер. Брейсер? Ха. Я давным-давно брейсеров не видел. Возможно, потому что их в округе практически больше не осталось. Да, здесь в Бериарде раньше был филиал гильдии. Но он был закрыт уже несколько лет как. Почему несколько лет-то, если... Подождите, а сколько лет прошло с момента нападения на гильдии в Рибоне? Типа, год же прошел всего, нет? Почему несколько лет, если год? Или, типа, она закрылась еще до нападения, вы хотите сказать? Но все еще подозрительно, но тем не менее. Тол приезжает сюда на поезде из филиала Лиграм довольно часто. Серьезно? Кстати, я не то, чтобы хотел подслушать, но я подумал, что услышал, как он говорил что-то о монстрах в канализации. А, об этом? Да, есть огромная сеть под канализацией под городом. Ну, там давным-давно, очень давно. И она действительно кишит монстрами, кишмя кишит монстрами. Когда у гильдии здесь был филиал, брейсеры часто защищали их. Но теперь никто туда не заходит, а канализация, ну, типа, стагнирует под контролем провинциальной армии. Потому что они слишком горды, чтобы беспокоиться сражениями с монстрами, разумеется. Насколько далеко простирается канализация? Практически полностью до восточной части города и до... От восточной части города до западной. Ну, то есть от станции до примерно Белогородного квартала, полагаю. У меня находились слухи, что она даже проходит под поместьем герцога, но это, возможно, лишь одна из городских легенд. Но, как мы знаем, городские легенды в JRPG никогда не врут. Это очень своевременная подсказка. Да, подземный ход, построенный в средние века, который распростирается до квартала благородных людей. До благородных, до квартала ноблов, неважно. Практически идеально. Похоже, что это также связано с бараками армии провинции, где Макиса сейчас держат. Само по себе здание было построено в средние века... Верхний квартал, да, это, кстати, более правильное название, спасибо. Поэтому в этом есть причины. Если мы воспользуемся этим ходом, то, возможно, сможем спасти их, и нас не обнаружат. Хорошо, давайте попробуем. Какая-то дверь в дальнем конце вокзальной улицы, это вход... Я бы так подумал, должен быть какой-то вход для брейсеров, что могли бы добавлять внутрь и уничтожать монстров, по крайней мере. Ну ладно. Знаете, что, дайте... Слушайте, мне ведь не оставили, да, Кип Макиас, разумеется. А, я могу надеть его Мастер Кварц, серьезно. И даже Мастер Кварц Юсиса. Кстати, а что за Earth Bell? Хрена себе! Серьезно! Это серьезно оно? Да ладно! Офигеть! Вы что, серьезно сейчас, что ли? Они реально здесь существуют и так работают? Пресвятая Эдиос! За что ты так с нами?
Дайте угадаю, я могу надеть два Белла разных стихий, при условии, что они в двух разных линиях, верно? Я хочу просто раздеть Макиса, на самом деле, перед этим, потому что раз уж нас его забирают, я лучше избавлю нас от необходимости добавлять что-нибудь нужное. Можешь? Серьезно, Дамарик? Да ладно! Чё за имба? Это еще не все, что касается эффекта беллов. Удиви меня.